Всем привет, дорогие друзья! У нас, смотрите, на улице снег идет, классно! Вообще классно! У нас сегодня воскресенье, Ильюша скоро поедет в Соликамск уже. Все дела сделали, что они хотели. Ну, а мы сейчас с мужем собираемся идти до магазина на автобазу, покупать линолеум и фанеру. Так что вот так вот. Если интересно, оставайтесь с нами. Сегодня придут родственники в баню, поэтому сильно много снимать не смогу, но что-то поснимаю, постараюсь. Так что вот как-то так. На улице снег идет, то хорошо. Дорожку расширили мы. Хорошо стало идти. Тайсон! Муж чистил дорожку, расширял. Я на него заругалась, говорю, потому что неудобно, ребенок идет, падает, он расширил дорожку. Да? Тайсон. К Тайсону тоже дорожка есть. Тайсон, привет, мой хороший мальчик. Привет, мое солнышко. Весь в снегу, да ты моя прелесть. Меня как-то спрашивали, Настя, вы, Тайсон, даете какие-нибудь препараты? Ну, от глистов или что-то обязательно раз в 3 месяца я всем своим и домашним, и уличным даю от глистов препараты. Так что не переживайте, у нас только снег. Вот здесь вот я стою, мне вот выше колена снега. Нынче снега стало, вроде поначалу мало выпадывало, а потом стало больше снега. Да, Тайсон? Тайсон! Хорошая погода, вообще замечательная. Приехала я с магазина, купила я линолеум, купила плинтуса, там краска, замазка и фанеру. Сейчас Егорушка будет с папой выгружать. Сейчас все выгрузят. Ура, я закупилась с остатками линолеума. Так, дорогие друзья, приготовили мы обед. Сейчас покажем, что у нас. Пюре, сейчас еще пожарю колбаску. И будет у нас пюре с колбаской и с соленым огурчиком. Дорогие друзья, сейчас вот эту вот часть, вот что вы видите, это я снимаю на экшн камеру. Скажите, пожалуйста, как качество снимает на экшн камере? Это чисто пробные для вас. Так, в целом, чем занимаюсь? Жарю колбаску. Очень надеюсь, что вы мне скажете, как качество. Спасибо заранее огромное вам. А у нас сегодня на улице очень-очень тепло. И я приспособила экшн-камеру на селфи-палку. Сейчас я вам покажу, какую я свою старую селфи-палку достала. Смотрите, вот такая вот у меня селфи-палка. Она небольшая и в руке удобная. И можно оставить вот так вот куда-нибудь ее. В целом, очень даже неплохая. Закручивается. И для экшн-камеры, мне кажется, в самый раз. Напишите, как думаете. И как качество на экшн-камере. Спасибо всем заранее огромное. Так, приготовила покушать. Что будет покушать? Пюре, колбаска и соленые огурчики. Мне кажется, самая вкусная еда. Ну, конечно, еще есть суп, еще есть другие, но дети пока хотят только вот это. Поэтому даем это. Потом, если захотят суп, то обязательно разогреем и тоже дадим супик. Ну, вот не хотят они суп, сказали, все, вот пюре с колбаской хотят. Всем, кто кушает, всем приятного аппетита. Ну, а я пошла кормить деток. Сейчас сидела, перебирала украшения и нашла свои серебряные серьги. Вот это вот серебро, только их чистить надо. Такие вот у меня. Вот эти вот я покупала когда-то Светочки. Приношу извинения за руки, просто цветы пересаживала, поэтому вот так вот. Вот такие вот сережки у меня так и лежат. Это серебряная 925, по-моему, проба. Потом есть вот такие вот две серебряные сережки, но у меня не хватает одной застежки. Я когда-то потеряла застежку. И поэтому у меня ее нету. И есть вот такие вот по одной серьге. Но вот по одной я потеряла. А тут у меня серьги с камешком, длинные цепочки. И обычные медицинские когда-то прокалывали. Вот они у нас остались. А эти мне когда-то дарил мой знакомый друг один. Вот они тоже лежат. Вот такой вот
У меня богатство мое серебро. Я любитель серебра. Ничего другое не ношу. И кто знает, как можно серебро почистить, вот сережки, буду очень благодарна. И где можно вот такую вот застежечку для сережки купить? Тоже буду очень благодарна, если кто подскажет. Я тут достала процесс, который уже давно-давно вышиваю, который мне дарила моя подписчица Верочка. Это вот такие вот совушки, только тут вот заляпали уже. Давно уже не брала. В том году последний раз летом, наверное, брала. Или до лета весной, наверное, еще. И все. И потом что-то с огорода, все вот это вот. И больше не брала ее. А тут вот достала, надо довышивать ее. Осталось уже чуть-чуть совсем. Довышивать и оформить ее. Красиво постирать, оформить. И будет вообще классно. Вот если бы дети бы не ляпали, вот этого вот бы всего не было. То они ее все обляпали, как не знаю. Сейчас надо перетянуть, а то, видите, расслабилась канва, надо перетянуть ее. То есть все, он вся расслабился. А так, смотрите, как красиво получаются узоры. Вообще нравится. Вот я люблю вышивать, это меня успокаивает. А сегодня вот вообще вот настроения никого нет, а вышивка, надеюсь, сейчас поднимет настроение. У нас уже ночь, мы сходили в баню все, я уже два раза постиралась, последний раз достала еще стирку и поставила новую, сейчас пойду уже спать. Всем хочу сказать огромное спасибо, всем опять передаю привет и всем желаю спокойной ночи, всем говорю пока-пока.